Сергиево-Посадский детский сад комбинированного вида номер 73 поддерживает отечественного производителя. Мебель для спортзала сделана в Пересвете. Вы уже не первый шкаф собираете. И не последний. Я надеюсь. По словам профессионалов, мебель для детского сада изготовлена в соответствии с требованиями современных ГОСТов. Пока у ребят тихий час, купейный шкаф для спортивного инвентаря появился в спортзале. Это по заказу, экологически чисто, безопасно, да. А что за организация, откуда вы? Город Пересвет, мебельная фабрика. Сколько потребовалось вам? Собрать, чтобы было? 2,5 часа. К мебели для детских садов предъявляется больше требований, чем к обычной. Она должна быть надежной и безопасной для детей. К новому учебному году у нас закуплен дополнительный инвентарь. Поэтому нам этот шкаф очень необходим, так как мы этот весь инвентарь хотим разместить именно в этом шкафу. Шкаф очень вписался в наш актовый зал. Он светлого цвета, сделан из экологических чистых материалов. Детский сад комбинированного вида номер 73 принимает активное участие в конкурсном движении различных уровней. За 2 года с момента открытия воспитанники, родители и педагоги приняли участие более чем в 60 международных и всероссийских творческих конкурсах. В ближайшее время мы ждем укомплектования интерактивного музея мебели. Он будет открыт у нас к 15 сентября. И в перспективе к Новому году мы мечтаем открыть комнату сенсорную для работы психолога и логопеда. С 1 октября мы начинаем курс начальной робототехники. Для этого закуплено оборудование, и сейчас идет укомплектовка кабинета необходимого. Вытянулись, одеялко откинули. Откинули, они еще спят. Убираем, Тёма, убираем одеяло. Тёма, никак еще не проснемся. Детей с малых лет привлекает волонтерское движение. Педагоги вместе с ребятами и родителями провели праздничный концерт для Совета ветеранов Управления образования района. В этом детском саду более 300 воспитанников. Не каждое дошкольное учреждение может похвастаться вот такими спортивными тренажерами и ассортиментом инвентаря. Ну, что у вас здесь появилось? Что появилось? Вы заметили? Да, шкафчик. Ну и как вам новый шкафчик? В прошлом году детский сад номер 73 стал лауреатом конкурса «100 лучших садов Российской Федерации». Теперь новая цель – войти в десятку лучших. Полина Иноземцева, Михаил Кирсанов. Тема.